Вот когда мы находились на гастролях в Израиле и жили с Фимой по соседству, мне было так приятно. Я утром выходила на балкончик, а по соседству на тот же балкончик я в ночной рубашке и рядом в таких же ночных панталонах каких-то. Ну, видимо, ночные Фим, наверное. Ты же днем в других ходишь. Ну, и это выходил ты, Фима, и мне так было приятно его видеть. И вот, кстати, по этому поводу, Фима, который, будучи таким очень смешным человеком, мы все привыкли, что видят Фиму, и все ха-ха-ха, и все ждут, что вот сейчас будет что-то очень смешное. И однажды Фима как-то сказал, помнишь, Марин, так как-то очень тихо и грустно сказал, что вообще-то все народы должны жить в мире. Вообще Фима чрезвычайно нежный, в душе очень трогательный, очень глубокий, очень настоящий человек. А запомнят ведь только то, что я был в каких-то ночных панталонах.